Всем здравствуйте, только сейчас. Только сейчас я сочинил кое-что про себя. Вот смотрите, кто там пишет мне, обвиняют меня в чем-то, что я куда-то не туда влажу, сиди там. Ну, погадал. Вам-то что? С одной стороны, с другой стороны, я маленький человек, который гадает на большие вещи. Да, вот так. Что у нас на повестке дня? На повестке дня у нас очень интересная тема. Потому что без темы я не гадаю. Просто так пустословить каждый день я не умею, как это. Как у нас некоторые, вот кто у нас там гадает, там блогеры всякие, какой-то из мухи делают слона, там какие-то высказывания. Пытаются высказывания какие-то, на высказывания гадать, какие-то высказывания разбирают. Я вообще это пропускаю мимо ушей, мне вообще по барабану. Сейчас мы погадаем с вами на вооружение для Украины. Вот это вот ключевое. Будет ли вооружение? Мне вот это вот интересно. Поставят ли? Поставят ли или обломают, так сказать? Мне вообще все равно, я независимый гадатель, я просто раскидываю карты и читаю. Мне все равно. Я не на чьей стороне. Моя хата с краю, я ничего не знаю. Я вообще с Урала. И не надо на меня злиться, если кому-то что-то не нравится. Так, давайте посмотрим. Сначала спрашиваем у карт. Карты, скажите, пожалуйста, будет ли поставка оружия для Украины в ближайшие 2 месяца? Сейчас нам нужно искать сочетание карт подарок. Подарок либо дар. Если такое сочетание будет, значит поставка будет в течение 2 месяцев. Сначала не хотели поставлять, теперь разговоры идут на то, чтобы поставлять. 8 пик падает, то есть это отказ, это грубый разговор. Теперь падает 8 червы, это любовный разговор, теперь якобы можно. Но сейчас посмотрим подробно, потому что предварительно эти карты падали. Вываливались, точнее, карты. Они вываливались, это пока ничего не значит. Такое-то. Так. Смотрите, как показывают. Пока держится на гордости. Гордость — это свои ресурсы. То есть пока самодостаточно. Я не вижу, чтобы пока были какие-то масштабные поставки. Я этого не вижу. Больше разговора было. Больше разговора было. Больше дипломатии было. Семерочка — это получается какое-то базовое, что-то базовое, может, поставляли базово, но я не вижу, пока я не вижу, вот, до этого момента я не вижу. В скором времени что там у нас есть? Смотрите, вот. Что у нас здесь есть? С большими проблемами идет подарок. Вот я говорил здесь. Здесь проблемы идут. Проблемы связаны, ну, запретом, может, запрет, не запрет, я не знаю. А здесь уже интересно, здесь подарок идет. Вот я говорю, здесь надо искать карты подарка либо дара, что достается просто так. Вот эту карту и надо. Сочетание карт выпало. Теперь, какое это число? Смотрите, здесь выпадает 8 и 9, то есть... 8-9,
Здесь больше, в принципе-то, никаких карт нет. Ну, шестерка есть. Шестерка не в счет. Восьмое, девятое, возможно, что-то. Возможно, будет допущен какой-то подарок. Вот подарок падает. Далее. Что у нас далее идет? Грандиозных поставок я не вижу, честно признаюсь. Поставка есть, но она неопределенная. С какими-то какие-то запреты вот здесь. Вот тут запрет. Вот дама пик падает, это запрет. Запрет, но одновременно подарок. Базово что-то будут поставлять. Гость какой-то ожидает. Гость, которого долго ждали. Что с этим гостем будет? Гость. Возможно, с девушкой, либо гость девушка. Долгожданный гость. Это уже будет декабрь, конец декабря, возможно. Начало января. Что с гостем придет? С гостем. Неоднозначное сочетание. То, что в основании падает туз пик. Сейчас посмотрим. Что у нас гость будет говорить? Обсуждение идет, но обсуждение пока я не могу сказать про что, потому что здесь туз-пик падает. Туз-пик — это ударная карта. Просмотреть, на кого удар будет, я не могу. Здесь какой-то гость будет. Это под конец года уже, возможно. Долгожданный гость какой-то. Не знаю, с чем это связано. Далее что? Какие-то разговоры будут. Разговоры. Разговоры будут с гостями. Так, а смотрите, что я здесь увидел. Я вижу только базовую поставку и гостя. А больших поставок я не вижу. Пока все работает на самообеспечении, самодостаточности. Больше я сказать ничего не могу. Давайте посмотрим еще, что у нас будет в России с поставками оружия. На Украину посмотрели. Что-то там будет. Ну ладно, коли карты уже падают, давай тогда так. А вот в России здесь почему-то связано больше с дорогами, денежная дорога. Смотрите, здесь скорее всего будут деньги вкладываться в военную промышленность. Я вижу деньги, причем деньги немалые, в военную промышленность. Так. В военную промышленность будут вкидываться деньги. Семь. Король. Новый поставщик будет чего-то. Новый поставщик. Почему-то... Почему у меня известие идет любовное известие? Ну, короче, здесь поставщик будет. Новый поставщик. Чего поставщик? Я не знаю. Новый поставщик чего-то. Может, форму будут шить. Может, там что-нибудь еще. Не знаю. Что у нас здесь? Покровитель будет какой-то. Что с этим покровителем? А покровитель будет...
отправление в дорогу. Если валет выпадет, то, скорее всего, это связано с мобилизацией. Восьмерка, разговоры. Валет, это, скорее всего, здесь вот мобилизация будет. Это у нас идет январь, возможно. Ну да. Смотрите, как карты показывают. Здесь поставщик чего-то. Новый будет чего-то поставщик. Здесь покровитель. Покровитель идет. И здесь же идет дорога. Дорога ударная. С тузом пик. Ой. Что такое? Осень — это небо. Ну, сама выпала карта. Я ничего не делал. Сама все сказала. Так, пояснять я не буду. Дальше что у нас? Если карты падают, значит так надо. Ну, выпало, значит выпало. Ну, соответственно, пояснение здесь... Смотрите, почему-то у меня идет после 9 числа. 9-10 число. Как-то так. Ну, собственно, что-то в этом роде. Тут дорога у меня выпадает. Как-то так. Далее, что у нас будет? Идут большие перемены. Конец января. Так, это запомним. Большие перемены. Смотрите, я вангую. Сейчас ванговать буду. Так, вот вангую. Смотрите, вангую. Так, что у нас будет? После 19-го что-то будет. После 19 числа. Смотрите, ждите с 19 по... какое там у нас? 30-е, да, января? С 19-го сейчас я буду ванговать. Получается, с 19-го это четверг. С 19-го 20-го по 30-е 31-е января чего-то ждите. Вот так вот могу сказать. Наванговал. Так. Будет какой-то мужчина с большим интересом. С большим интересом идет к нам. Надеюсь, не ко мне, а к нам. Я потому что не по части мужчин. Я не такой. Так, здесь идут большие перемены. Конец января. Можно пояснить, с чем связаны эти большие перемены? Потому что я еще раз повторяю, мне на мужчину все равно. Я просто сижу, гадаю. Читаю карты. Так. Так, далее. Покровитель. От покровителя идет дорога. Дорога ударная. Дама пик падает, туз пик. Плохие карты. Дорога, соответственно, от покровителя. В дорогу лучше не стоит... Не стоит лучше в дорогу... Это самое. Ну, поняли, да? Выдвигаться. А здесь что у нас падает? Большие перемены падают. Большие перемены в чем? Вот, сейчас я скажу. И здесь что у нас падает? Мужчина с интересом. Либо мужчины с интересом. С интересами к нам. Это как бы, не знаю. Может, выковыривать будут кого-то. Молодых людей будут выковыривать. Ну ладно, не буду вдаваться в подробности. Долго еще. Далее, что у нас здесь падает? В основе всего лежит казенное учреждение. Туз треф. У меня оно задано как государство. Туз треф в основе всего. Далее, что у нас здесь падает? Подарок какой-то будет. Подарок, скорее всего, материального плана. Большие перемены, подарок. Вот он, материальный подарок. Но одновременно почему-то здесь карта болезни падает. И карта работы падает. Какой-то подарок будет связанный с работой, с новой работой. С 19 по 30 число, возможно, будет введено военное положение. Вот так скажу. Либо что-то связанное с этим положением, так могу сказать. Далее, что еще можно тут констатировать? И одновременно выпадает
Тяжелое заболевание. Опа-на. А почему тяжелое заболевание? Тяжелое заболевание, связанное с подарком, выпадает или что? Странно выпадает как-то. Заболевание. Семь. Препятствие какому-то свиданию. Ночная дорога, препятствия в дороге, трудности в дороге. Не отправляйтесь в дорогу. Дорога плохая, плохая дорога, плохие дороги. Не выдвигаться, карты говорят, в дорогу, в ночную дорогу не выдвигаться, либо в дорогу, которая будет скрыта от глаз. Не выдвигаться в дорогу. Довольствоваться малым, тем, что есть. Гордость, самообеспечение. Здесь вот идут, я еще раз говорю, конец января, вот они выпадают, большие перемены. С чем они связаны, я не знаю, но здесь что-то идет большое. До этого момента, я не знаю, здесь какие-то выпадают новые союзники, выпадают поставки. Вот здесь вот выпадает, я уже не помню, что, я не запоминаю. В общем, я уже вроде говорил, да, что это выпадает, я думаю. И вот здесь выпадают большие перемены. Покровитель и что-то еще выпадало, я не помню. Что-то здесь не очень хорошее выпадало. Так, в общем, вроде все сказал. Все сказал. Так. И сейчас, наверное, еще один вопрос разберем. Достигнет ли Россия каких-то задач СВО? Каких-то задач хотя бы СВО? Ну, то, что называется у нас операции, там, специальные операции. Будут ли достигнуты вот, в течение 2 месяцев? Может ли быть такое? Почему-то разговоры идут плохие. 8 пик – это разговор на повышенных тонах. Пока не могу сказать, что что-то там будет, что-то будет хорошее. Так, сейчас посмотрим. Переговоры возможны. Информация. Либо кто-то хочет переговоров и какой-то информации. Первое. Второе. В дорогу, в путь дорогу на заработки. Это сейчас идет. Это сейчас, вот я сейчас говорю. В путь дорогу на заработки. Относительное СВО. Далее, что у нас падает? Падает далее. Тузяка выпадает у нас, да? Посмотрим сейчас, с чем это связано. Возврат долга. То есть, будет возврат долга... И что там еще у нас? Десяточка, да? Сейчас посмотрим. Интересные новости о возврате долга. Я еще раз вам говорю, наблюдайте. В январе. Вторая половина января очень интересная будет. Здесь вторая половина после 9-го. После 9-го смотрите. Так, далее что у нас выпадает? Король. Препятствие от женщины. Препятствие от женщин. Женщины выпадают. Почему-то препятствие от женщин. Первое, второе. 8. Радость. Ну да, радостное какое-то известие будет.
В общем, наблюдайте за второй половиной января. Интересно будет. Вообще январь очень интересный выпадает. Гр-гр-гр, я вам не скажу. Наблюдайте за возвратом долга. Карты показали мне возврат долга. Возврат долга, скорее всего, неминуемый. Возврат долга. Не буду я расшифровывать. Какого долга? Почему долго? Зачем долго? Как долго? Когда долго? Сами посмотрите, сами увидите. А пока все нормально. Смотрите, декабрь. Декабрь. Я вижу все гладко. Гладко. То есть гладко идет препятствие. У Украины препятствие в вооружении идет, я вижу. Там какие-то маленькие дольки поставляют им. Потом январь идет. Вот за январем, посмотрите, будет интересно. Информация довольно-таки интересная. Очень вангую. Относительно того, что будет очень интересно наблюдать за тем, что будет происходить. И еще раз повторяю, дороги, карты мне это показали уже в четвертый либо пятый раз, всякие дороги противопоказаны. Всякие дороги, я еще раз говорю, противопоказаны. Нельзя. Карты, вот я задал вопрос, карты. Карты мне ответили, дама пик. Дама пик падает. Вплоть до конца февраля никаких дорог. Я сказал, все. Вроде не сказал ничего такого, да, за что можно меня было бы это по загривку ударить где-нибудь на улице. Да, и даже если сказал, что я карты просто читаю, подумаешь. Один из 100 миллионов. Маленький человек, гадающий на большие вещи. Так, вроде все сказал, ситуацию просмотрел, карты сказали опять то же самое, картам задавать вопросы пока бессмысленно. Декабрь проходит ровно. Для России, для Украины, для, там, я не знаю, Ирана, для Китая. Декабрь проходит ровно. Самое интересное, и в других в том числе странах, будет в январе, с конца января. Посмотрите сами, конец января. Февраль я не знаю, я не трогаю, январь я на ближайшее время смотрю. То есть вторая половина января будет очень интересной. Смотрите, наблюдаете, что будет. Мы просто зрители в театре одного актера. Какого актера, я думаю, все догадываются и знают. Ладно, вроде все. Всем удачи, держитесь. Там мирного неба над головой, не хворать, поставьте лайк, дизлайк и ждем второй половины января. События могут быть размазаны, события вообще могут чередоваться, что-то может не исполниться, что-то исполнится раньше, что-то исполнится позже, что-то может, я еще раз говорю, вообще не исполнится. Ну что, события, они такие, они размазаны и они иногда не сбываются, потому что ситуации бывают разные. До свидания.